Ламбада это, конечно, хорошо, но мы сейчас вообще-то в Японии. Где наш картиночка? Вот она. И нам нужно поговорить с владельцем магазина местного. Поговорим. Если у него есть печеный угорь, например. Говорят, он вкусен. Должен же быть у них, наверное. Это ж Китай, Индокитай. Вроде как. Я прослушал, в каком мы там сейчас городе. Ой, ладушки-прохладушки. Сейчас будет тяжело, я чувствую. Поползли туда. О, мужчинки. О, мужчинка. Бадунь. Ой. Что это с ним? Ерунда. Ну откуда ж мне было знать, что его тут увидят? Все, кому не лень. На виду у всех он. Как тюлень в зоопарке. Привет, Хив. Кстати. О, еще по кругу ходит. Ну вот этого нам только не хватало. Положь, пусть тут лежит. Не знаю, что я сюда зашел. Хорошо. У меня ножом пырнул. Нет. Чё, нет, связывай его, ты чё? Нет. Алло? Ага. Понятно все с тобой. Чё, какой? Верно, да. Ничего, нормально, чё. Че нормально, вообще нормально. Пойдет, короче. Вообще чики-пики, короче, но только не совсем, короче. Как бы чики, но без пики. Вот так вот, короче, вообще. Ну. А вообще, ну, нормально, короче. Нормально, короче. Че как? А сам-то как? Йо. Нига. Сюда ложи. Хорошо. Сюда ложи, ружье бери. Так тыч. О-о-о. Я-то думал, он тут один ходит, бродит, а тут еще. Там еще и на вышке. Ой, кошмар. Какой кошмар! Какой ужас! Я сам. Встаню тогда, как будто тебя никто не видит. Оплюха в ухо! Сиги есть? Я сделал. Сигов нету.
Ну вот пока он там сморкался, можно было пройти. Спидранчик? А кто сказал, что это будет спидранчик? Я вроде такого не говорил. Ну давай, высмаркивайся там, или что ты делал? О, нормалек. Все, дальше легче. Дальше больше. Больше меньше. Ерунда. Самое время нажать Ctrl-S. Надеюсь, его никто не увидит. Никто не узнает, как ты пропал. Оставьте это мне. Оставьте это мне. Доставили. Конечно, я зря тут всех вообще валю без разбору. Ну, как без разбору? С разбором, конечно, но тем не менее. Можно было бы, наверное, быстрее, но я как-то не из тех, кто умеет быстрее. Я обычно люблю подольше. Если вы понимаете, о чем я. Конечно же, про игры я выпрочу. Сейчас начнете выдумывать всякое. Там буддисты молятся. Я за. Я сделал. Все, пушек насобирал. Теперь хоть войну открывать заново. F10. Не, F11. Раз, два. А диплохо, диплохо. Оставьте это мне. А я бы того товарища сверху бы снял, конечно, чтобы он не мешался. Сейчас посмотрим. Стоит, не стоит это делать вообще. А может так проползти? Мне, по идее, вот сюда надо. Где я? Где я потерялся? Ой. Ой, 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 ой. А за домами вот здесь можно пройти? Вроде как бы можно. Ерунда. Так точно. Зараза, кто-то смотрит сюда. Сверху, чувак. Вот именно сюда палит. Ой, еще.
Какой так точно? Там стой. Ты в окна залазить не умеешь. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. А если быстро-быстро бежать? Как детишки. Как детишке не надо бежать. Я понял. Так ёшкин кот, их тут куча. Я... Вон товарищи еще ходят. Это что? Это что же у вас так много-то? Пойду в дом залезу. Одежу ты не брал же, да? Какой-то молодец. Есть вариантик переодеться, значится, и идти напролом в дверь, прям в дверь, прям в нее самую. Давай, будем сейчас этими китайцами притворяться. А вдруг получится? Давай, Семён, пойдем. Как выходить будем, я понятия не имею. Это уже будет неважно. Мужчина говорит, остановитесь, пожалуйста. Все, говорит, будет нормально. Если вы ищете даму? Какую даму я ищу? Мне бы в задание прийти. Ерунда. Где ты там? Хорошо. Пойдем сюда. Оставьте это мне. Так. Хорошо. Да нет, дверь здесь вот что, не видишь? Ну пойдем на второй этаж. А где балкон-то? Вот здесь? Наверное, да? Оставьте это мне. Я сам. Хорошо. Чуть мычишь там. Оставьте это мне. Аптечечка, винишка. Ух, хорошо, сейчас заживем. Прям здесь. Зачем куда-то идти? Таблеточки не складываются, да и тогда и нафиг их эти таблеточки. Кому они нужны вообще? Что-то там ящик таскать решил. Я сделаю.
Это я вот сюда смотрю, правильно? Надо узнать, кто смотрит наверх, кроме него самого. Вот этот, скорее всего. Надо сейчас дождаться, пока он отойдет. Вот этого товарища хлопнуть. Убрать. Так точно. Неправильно нажал. Выполняю. Оставьте это мне. А, все уже. Так, а для чего это все было? Или, ну просто... Нет, детишек мы такому обучать не будем. Это чересчур уж. Оставьте это ему, пожалуйста, а? Кто-нибудь. Я сделаю. Ну, в принципе, уже хорошо. Уже хорошо. Ага. Кстати, когда ходишь по надстеночкой, тебя никто не видит. Это тоже хорошо. А еще у меня кот с ума сходит. Надо его приструнить, но мне лень. Ну, выйти ему тапок показать надо просто. Но я занят. У меня тут командос. Здорово, горец. Ну, не нравится. Я ж не заставляю сидеть и смотреть на нового стримера. Который как бы старый. Который как бы старее нового. Ну, когда я вас увидел, я сразу понял, что это по вам. Не волнуйтесь, все будет нормально. Если вы ищете даму, она в белом здании, в конце улицы. Выведите ее оттуда, это не место для леди. Я не ищу никакую даму. Какого фига мне вообще вот это вот? Оно мне надо? Спасите Наташу, вторичница. Иди нафиг, Наташа. Залезла туда и тусуйся теперь с китайцами. Мне вот надо войти в контакт с моими товарищами. Ну, она, конечно, по пути. Но, как бы... Зачем? Авианосец, я не понимаю, как туда вообще залезть. Честно вам сказать. Оставьте это мне. Так точно. Я около стеночки так стоял, меня не видели. Да, они не видят, когда вот так стоишь около стеночки. Нет, горец. Нет. Старый стример изначально был без бороды и брился чуть ли не каждый день. Потому что на работе его заставляли бриться чуть ли не каждый день. А тот, про которого ты говоришь, это как бы не старый стример. Это второе пришествие. И вообще, коль редко заходишь, нечего вот это выпендриваться и рассказывать, какая была борода, а какой не было.
Заходил бы чаще, знал бы, что я вообще-то недавно тоже брился. А вот недавно снова решил сбрить бороду. Как бы я раз в 3 месяца обязательно бреюсь теперь. Мне так интереснее, что ли. Нет! Я без работы вообще-то сижу. Просто решил побриться. Какая разница? Ну, я вот не захотелось, и я побрился. Что в этом, я не понимаю. Бомбёжка. Бомбёжка! У меня. Почему? Для того, чтобы отрастить бороду, нужны какие-то причины. Для того, чтобы сбрить бороду, нужны какие-то причины. Почему желание не считается за причину? Просто захотел и сбрил. Какая разница? Ой. Да ё-моё, не-не-не-не-не. Контрол-Л. Ла-л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 а. Это я сходил в магазин или нет? Странно, вроде сходил. Я сделаю. Оставьте это мне. Я сам. Малой, а ну подсечку ему. Под... О! На тебе, пощад. Опять я забыл про свои замечательные. Фарм на пачку сигарет. Эх, жаль, ты с трупами бегать не умеешь. Да оставь его тут, я думаю, никто его не возьмет. Так, солдафоны, солдатня. Наташа у нас здесь тусуется. Я сделаю. Как минимум, ну, надо... Вот кто по пути нам встречается, убрать. Я сделаю. Оставьте это мне.
Оставьте это мне. Такая команда заглянул. В глазочек. Вот этот товарищ сюда смотрит, нет? Смотрит, зараза. Это нехорошо. Это нехорошо. Оставьте это мне. Хорошо. Ага. И куда ты собрался-то? Чего там? Ну-ка убери эту синюю тряпочку. Или что там у тебя? Тут уже вроде никого нет. Оставьте это мне. Так, белый дом, белый дом. Да мы туда и так, наверное, проберемся. Морячок не оглядывается вроде. По таймингу, по идее, можем успеть. Оставьте это мне. Пофигу. Ой, зараза. Так точно. Как там кнопочка, на какую проверять? Враги, друзья. F11. Ну вот она. Ctrl-C. Давай, Wayfarer, покедушки. Доставьте это мне. Наконец-то я вижу друга. Еще немного, и я бы не выдержала. Чего? И все? Это все, что ты мне хотела сказать? Че ты умеешь вообще? Надо тебя проверить, я думаю. Ты вообще, да, никакая. Да, тебя еще и замечают и убивают. Нафиг я тебя вообще нашел? Спасите Наташу. Таща же. Кому она нужна? Наконец. Ничего не наконец. Все, спас. Ну, типа, щитово. Можно тебя здесь же оставить, да и все. Ерунда. Хорошо. Вот этот парень. Ох ты ж, ёжик. Они видят сразу. Вот это прикол. Эх, Наташка, Наташка. Ну пойдем. Прям только уходи. Вот вы сейчас на конвой попадете, все забавно будет, да? Смешно. Оставьте это мне. Ждем приказаний.
Это куда выход? Ты зачем вышел-то сразу? Я хотел, чтобы ты просто посмотрел. Все, go. Пошли. Go. Где ты? Вперед. Понад стеночкой, в тени держимся. Тихо. Дядька идет. Камера дурацкая. Сейчас мы попадем. Не обращаем внимания, просто идем. Просто идем, ничего страшного не происходит. Наташка, так как ты человек бесполезный в этом деле, сиди здесь. Охраняй трупы. Че, зачем? Вот это вот я не понимаю, зачем ее... Нафиг она нужна здесь? Да, сам ушел. Пока нет, пока не ищу. Теперь мне вот сюда надо еще проникнуть. А потом просто через всю базу. Просто, совсем просто. Вот сюда. Как-то залезть надо. Ну, на кран я поднимусь, и чё там в этом кране? Ничего. Как проникнуть-то на него? Ну чё мне этот кран? Ну ладно, если бы они лазить по нему умели. Эти баклажаны. Они же нифига. Но они как бы могут сюда залезть, а дальше? Ну залезет он по этой лестнице. Беги. Да беги! На КПП помер. Ну, почти далеко добежал. В принципе. Хотел посмотреть просто, что он там, да, ну, залезем мы на лестницу, а что дальше-то? А что дальше? По левой стороне обойдем, да? А, нет, не обойдем, тут товарищ. Если с толпу, может кто-то бежит. Так от толпу здесь два человечка у меня. Ладно бы толпа, как толпа была. Тут два калеки. Ну должен доползти. Не вот этого просто оглушить. Он не мешался. Есть, кстати, машина, но... Как ты увидел? Да ладно. Ты сидел, вообще туда не смотрел. Оставьте это мне. Хорошо.
Ну ладно, может быть, и смотрел. Но совсем краеглазом. Краеглазом смотрел туда. Не должны были засчитать. Взяли и засчитали. Тихо, я спрятался. Этот еще паразит все видит. Оставьте это мне. Хорошо. Мальчонка меня пугает постоянно. Ну чё, придется его сигарюльками отвлекать как-то. Ага. Не видно? Ага. Этот сверху увидит. Ну да, Наташка-то она, ага, если бы. Она вообще ничего не умеет. Слышь, Натусик. А давай-ка тебя переоденем. Отлично. А, ну ты не умеешь, да? Просто в первой миссии или в какой там? В одной из первых миссий, в общем. Когда ее переодеваешь, она могла с солдатами разговаривать, как... Ну, примерно как... Шпион. А тут у нее и одежда тратится. Тратится же. 73. Сейчас подождем, чуть-чуть проверим. Нафиг. Положь его, куда-то схватила. Отлично. Я хотел, чтобы ты ему одежду вернула. Ага. Здравствуй, Арт. Ну, так она, конечно, привлечет внимание, но спасти нам ее вряд ли получится в таком случае. Учитывая, что здесь военное положение, и как бы я бы не стал. Так, ладно, давай, ты отворачивайся. Сюда подползаю, оглушаю. Тут дыть твою налево. Вот зрячие какие. Ты посмотри на них. Убери! Не смотри на меня, не стесняюсь. По-другому-то туда как пробраться-то? А, ну да. Готово. Хорошо.
хорошо. Пробраться, как обычно. Вырезаем пол уровня. И идем дальше. Ничего сложного. Би. Я сам. Я сам. Хорошо. Убери, ничего ты не видишь, врешь. Да, так получится по итогу. Жаль, что здесь нету такого времени суток. Такого времени суток здесь нету. Там еще кто-то? А он... Я сделаю. Ведется на Сиге. Я сам. Но... Хорошо. Хорошо. Все хорошо. Давай, иди. Блин, такой здоровый, а с трупами бегать не умеет на плече. Всего лишь какой-то... Китаец. Японец, ладно, японец, да. Я сделаю. Пардон. Ой, надо было сохраниться. Горец, если бы у них еще и периферийное зрение присутствовало, я бы эту игру в жизни не прошел бы никогда, наверное. Давай в окошечко посмотрим. Так, ничего интересного. Я сам. Так, надо посмотреть, подождать чуть-чуть. Кто-нибудь палит этого товарища? Вот те не видят? То прятать надо будет куда-то. Хорошо, отлично, замечательно. Понад стеночка передвигайся. Я сам. О. Угу. Я вас понял. Кто-нибудь еще? Ну что ж, пока вроде все гладко идет. Ты враг? Или друг? Вроде друг. Опа. Не должны сюда видеть они. Угу. Сюда придется всех относить.
Посмотрим, до куда он смотрит. А машина-то чё подъехал? Опа! Я сделаю. Ага. Ясно, понятно. Ну вот я этого-то я и боялся. Не загружаемся, чё. Надо уносить оттуда. Куда-то прятать. Куда? Оставьте это мне. Хорошо. И это норма. Так, разъезжаются, забираем его и уносим вот сюда храниться, на хранение, в холодильник, так сказать. Так, эти баклажаны встают, ждут автомобиль. Опа. Куда ты пошел? Ой-ой-ой, кто-то увидел. А, ну морячок увидел. Оставьте это мне. Ой. Так. Я сам. Ну и теперь они не сагрятся сюда. Вообще их, конечно, лучше бы оглушить и тоже убрать куда-то. Но, наверное, сделаем это на следующем этапе разгрузочных работ. Я сделаю. Вот этого баклажана бы огрел, чтобы не ходил тут, не мешался. И туда бы всех складировал. Но пока мы давайте-ка лучше. Сейчас никого не заметит, сейчас маленько подождем. Чтоб ничего, все тихо, спокойно. Тени есть. Слушайте камеры. Где? Потерял. Не переживай, твой товарищ просто ненадолго отошел. Ну, в туалет там, я не знаю, какая разница куда. Не задавай глупых вопросов. Дольше проживешь. Я сделаю. Ну, отлично. То ты меня не замечал, то вдруг решил заметить, да? Тут что происходит? Ты же не на этом месте стоял. Вернись. Сейчас.
Но этот не смотрит сюда. Вот этот прям сюда смотрит, зараза. Отвернись. Оставьте это мне. Я буду дядек избивать. Да как... Я сам. Выполняю. Выполняю. Молодец. С руки нет, не убивает. Я их оглушаю и связываю, и все. Их могут разбудить. Ну, развязать и разбудить. Нож просто иногда очень шумно. Я не хочу поднимать лишнего шума. Так, есть такой вариант, что машина тут будет стоять вечно теперь. Было бы на самом деле неплохо, если бы она еще вид загораживала. Да ничего не гуманно, эта игра не про гуманность. А, нет, уезжает. Хорошо. Подойти бы ему, рубануть разочек. В тыкву. В тыкву прописать ему. Ну, надо, наверное, сначала вот этому прописать. В тыкву. Ну, конечно, если бы было видно, вообще бы замечательно было бы. А, я не вижу. Это я удачно. Я сделаю. Да, по лестнице долго тут. Да ёлки-палки, ну кто ж знал, что тут еще уровень? Оставьте это мне. Оставьте это мне. Снайперка? Оставьте это мне. Не было снайперки, ты чё? Причем тут снайперка? Снайперка там по-другому показывается. Просто чувак меня увидел. Оставьте это мне. Ходил вокруг да около и увидел. Вот он стоит. Знал бы я, конечно, и этого товарища сюда потащил. Я сделаю. В гараж. Я сделаю. Я сделаю, я сделаю. Молодец, конечно. Выполняю. А, нет, это обычное ружье. Оно и у меня есть. Вот оно. Готово. А толку от нее, если снайпера нету. Хорошо. Ой, ты вообще не очень. Уважаемые командос, вы не могли бы чуть-чуть поадекватнее себя вести? Ну, не знаю, управление там себе сам настрой поудобнее. Хорошо. Ладно, этих троих забираем, сохраняемся. Оставьте это мне.
сделаю. Нафиг я оружие таскаю, если я им не пользуюсь? Вот это вот я не понимаю. Ну, теперь уже поздно. Идея, конечно, интересная. Но рискованная. Хотя, что тут рискованного? Просто долго все это. Оставьте это мне. Хотя... Они не работают так. Я думал, если снять, одеть, то она как бы снимется с него. А ну нет. А ну нет. Не вышло. Да, ну, где там машина? Теперь машину ждать, наверное. Имеет смысл. Хорошо. Сейчас машина нас и спалит по итогу. Пешком. Чё, говорит, не бегать туда-сюда? Я потихонечку так. Я сделаю. Там есть кто? Есть. Бери тело, уноси. А сохранится я так и не сохранился, да? Машина, езжай! Всё! Нету больше, видишь, чемоданов, никто не выносит. Уезжай. Да если я в машину сяду, его сразу же спаливают. Что в машине не свои. Можно и на машине, но это надо, я не знаю. Это... Они по лестнице очень долго будут ползти, и пока они заползут, их там расстреляют несколько раз. Кажется, случилось то, о чем я говорил. Машина залипла здесь навечно. Ну, придется сохраниться здесь. Попробовать мимо машины пройти. Надеюсь, она в ней никого. В окно закинем просто, чувачка. Так, я же сохранился, вот давайте посмотрим. Ну, по идее, я в машине сижу, сейчас посмотрим. А-а-а, он же не водитель, у меня водителя нету, водить-то некому. Так точно. Машина просто мертвым грузом стоит. Так что. Этого дядьку надо снять оттуда. Нафиг он там. По крыше вообще опасно передвигаться. Оставьте это мне. Надеюсь, успею. Ну, по идее, он должен, да, во. Все отлично. Я сам. Да я не сомневаюсь в твоих силах. Хорошо. Ну тут одна кнопка. Он в любом случае садится на пассажирское и ничего не происходит. Хорошо. Я сам. Так, ворота. Зайду, значит, я такой. Хе-хей, скажу. Хе-хей. Вот так хе-хей. Видимо, там сразу же и помру. Ой, кто-то видит. А через другие входы есть какие-то? Ну, есть один. Ну, типа главного. Надо научиться быстро по лестнице слазить. Не-не-не. Ну вот если я с той стороны решу опередить туда и сюда. Хорошо.
Не, не умеет спускаться, как в кино. Извини, я не хотел. А, нет, хотел. Готово. Ну, как бы не то, чтобы хотел, но я планировал это. А тебя никто, да, не видит? Точно? Точно никто тебя не видит? Ага, врешь мне? Двое там человеков тебя видят. Его больше не видят. А эти двое человеков сюда смотрят, заглядывают под козырек-то. Помешают ли они мне? Кстати, здесь где-то патруль ходил. А, они на другой улице. Улице. Улочке. Оставьте это мне. Пошли. Глядим. Может быть, зайдем. Ага, зайдем, и нас сразу в лицо нам выстрелят. Так точно. Там надо как-то подгадать, когда он полубоком, полу... как, я не знаю, стоит. Здравствуй, Кевин Нэш. Да, самая обычная сложность. Нормал. Сейчас он прям в дверь смотрит. Так точно. Во. Здорово, мужики. Я сюрприз вам принес. Я сделаю. Будете. Я сам. Нам нужно найти взрывчатку, чтобы уничтожить топливные резервуары. Кого? Самый безопасный способ уничтожить оба резервуара. Мы сможем пробраться на базу, притаившись за этим грузовиком. За каким грузовиком? Я могу забраться в порту на кран и так попасть на палубу транспорта. Оттуда я смогу сбросить лестницу, чтобы вы все поднялись. Отлично, вперед, нам предстоит много сделать. Какие резервуары? Иди это, сходи усы побрей. Резервуары ему. Дети взрывчатку возьму. Ну нафиг их взрывать вообще? Там вон танк ездит. Ёлки-палки. Ну еще и маленький. Жирно тебе не будет. Большие, маленькие резервуары уничтожать. Ну теперь, по крайней мере, я наконец-то понял, как попасть на сам авианосец. Взрывчатка. Где же взять-то? Где-то же вроде была. А почему у меня отмечена галочкой, что найдите взрывчатку? А вы прикалываетесь? Здравствуй, злая нога. У меня, видимо, я не знаю, багулька какая-то, что ли. Да, тут
Тут еще проникнуть попробуй. Все смотрят, смотрят. Ну, допустим, заползем сюда. Дальше куда мы поползем? Сюда. Сюда. Там вообще, тут вообще все просматривается. А есть где-нибудь лесенка через забор? Ой, ну и ладно. Обойдемся без лесенки через забор. Тут танк стоит. Ну, он хотя бы просто стоит. Ладненько, топливные баки — небольшая проблема. Большая проблема проникнуть вот сюда. Учитывая, что водителя нету, я не знаю, как мы сможем спрятаться за грузовиком. Каким макаром таким? Ой, ладно. Здоров, Юркинс. Нет, не прошли. Стримов не было еще. Это моя работа, сэр. Это моя работа. Поехали. Уходим. Красиво. Пошли. Ну не знаю, ну сядьте в машину. Не думаю, что это очень хорошая идея. Учитывая, что никто рулить не умеет. М-да. А еще автомобиль просто так стоит. И не двигается. И как же нам проникнуть туда теперь? Не знаю я вообще ни разу ничего. Прям даже без понятия. Диверсию, если только какую-то устраивать. Тут что-то взрывать, бахать. А толку? Я не думаю, что все туда побегут. Вся база. Это же где-то еще надо забежать, сохраниться. Только потом за взрывчаткой. Их жалко, они друг друга подсадить не могут, хотя бы двое. И перелезть. И подвальчика жалко, здесь нет никакого. Все, ездить не умеют. Тут же кто-то ходил. Во. Не, ну можно на удачу просто попробовать. Не умеет в окно. Нет проблем. Нет проблем. Да есть проблемы. У вас что, ни у кого водительского удостоверения нету? Такие взрослые мужчины, и никто не может водить машину. Замечательно.
Приплыли, называется. Три, ладно, два здоровых коня и шкет, которые не умеют водить автомобиль. Это... У меня слов нету просто. Ну, шкет-то быстро ползает, конечно. И это может доставить нам некоторые неприятности. Ладно. Дылды, лежите здесь. Шкет поползет тогда. Здесь. Попробовать шкеда просто туда, на авианосец сразу запихать, лесенку скинуть. А тут какой-то чувак стоит. А он-то только оглушает. Да блин, там просто, я не знаю, доехали уж куда-нибудь, да и все. А, вот тут вообще вон стреляют. Ау. Ау. Добегался. Хорошо, вперед. Ну же. Осторожница. Ах, эта камера меня с ума свела. Разбило сердце мне. Покой туда-сюда. Ну не знаю, сохраняйся. Будем пробовать. Будем пробовать. Удача, неудача там, туда и сюда. Давай, как Нео в Матрице, не замечая пулик. Все. Офигеть. Вокруг. А что? Ну, этого дядьку мы снимем на пол. Положим. А дальше? Уже здесь. Ну, я... Сейчас, вот, честно говоря, преследую одну цель. Попасть на авианосец. Ну, просто проверить, как малой справится с тем, кто на крыше там стоит. Ведь он только оглушает. Он этого оглушит, например, и даже утащить его не сможет. Я надеюсь. Ага. Ну вот так вот, ради проверочки, да, сейчас? Ради проверочки. Сюда команда сотащить надо. Ну, он даже его не перенесет. Thank you.
Ху-ху-ху-ху. У меня идеи кончились. Кончились. Ctrl-V. Хорошо, вперед. Слушай, там окно. Ты же умеешь в окно. Правда, я чувствую, сейчас туда заберусь, и там все, ГГВП. А, ты просто на карниз. Давай в окно, я тебе показал. Да. Действительно, вау. Ну и все. Все с тобой понятно. Я не знаю. Дайте мне место. Ну, надо их, короче, как обычно. Понятно. Половину всех вырезать надо. Потом можно проходить. Ядрить эти вообще медленно ползают по сравнению с пацаном. Раза в два, в три, в четыре. Хорош там толкаться. Сэр. Уползаем отсюда. А можно пешком даже. Только не бегом, главное. Наташке. Так. За мной. Я чё хотел проверить? Сделать, короче, так, как подсказывал Ask for Fly. Не-не-не. Ерунда. Вот маленечко, ну как бы в укрытии, как бы. Вот так вот.
Да отстань ты от этой штуки, во! Ты мальчонку только не попади. А ты как бы... Вот как бы... Вот в эту сторону. Да. В стену влипло. Вот туда. А ты вот туда. Вы как бы... Работает сейчас эта штука, нет? Как узнать? О, у тебя тоже пистолет есть. Пошли постреляем. Ну и проверить, сколько они выдержат. А я сохранился? Правда быстро? Ой. А этот просто стоит, ему пофиг. А ну ему все равно, он как бы это. Я его направил. Главное стоять. Но вообще, кстати, как вариант, да, неплохой. Неплохой вариант. Учитывая, сколько здесь полегло, товарищи. Просто. Просто я немножко недопонял, как это работает, почему тот баклажан стоял, ничего не делал. Я готов. Ты готов? Ты, почему у тебя не работает эта штука? Как-то вот странно она у вас работает. А нету нычки здесь. Да. Я займусь. Отлично. Да. Окей. Или только... Они, ну вот, стоят они. Окей. Хорошо. Вставай. Я готов, сэр. Готов, пойдем попробуем. Надо просто чуть-чуть пострелять. Чё-то никто не слышит, как я стреляю. Ну, кстати, уже неплохо. Вот два человечка сагрились, прибежали посмотреть, а ну и как бы умерли что-то. Что-то умерли. Я сделаю. Может, действительно стоит не таким образом проходить, а то у меня это прохождение затянется навечно. Смотри, там тело лежит. Чё, всем пофигу на тело, что ли? Ладно, я поближе оставлю его. Вот. Ерунда. Они издеваются. Ну вот они серьезно, я когда тут их
пытаюсь как-то спрятать там что-то, что-то куда-то убрать. Тут просто посреди дороги два китайца валяются, два японца. Всем пофигу. Оставьте это мне. Вы выбрали кого нужно. Здорово, кот Баю. Идем. Да не говори, тут это ужас какой-то. Я тут, понимаешь, сагрить их хочу, а им пофигу. А им пофигу. Эй, китайцы их много. Алло. Ну вот он, я стою, давайте. А телеса вас не смущают, все нормально. Вот хожу такой. Хожу такой спокойненько. Хорошая идея, я надеюсь. Не? Ну, кто-нибудь? Не? То они на каждый шорох цепляются, то... Ну, чё за... Бомболейлоч. Наконец-то! Увидели! Хвала огурцам. Уже здесь. И помидорам. Так, ты прячься, а эти должны вроде как начать сейчас стрелять. Такие, о-о-о, труп! О-о-о! Здорово, питерский. Ну, правда, по-моему, один командос стрелял. Так, в принципе, неплохо. Неплохо, даже хорошо. Что работает такая тактика и работает более-менее нормально. Просто, видимо, я Наташку как-то криво поставил, что ли, что она... Да, надо было ее, может... Поближе как-то вот так вот стать там. Ну. По-моему, вот здоровяк только стрелял. Так, я все, плавки надел, теперь можно на море пляж, ты смотрю, бороду забрил. Плавки, да, плавки не помещалось, абсолютно верно. Ладненько, в общем, завтра мы продолжим вот это вот. Где я там сохранился? Да, более грамотно сейчас там потом как-нибудь все сделаем. Можно не более грамотно, но постепенно будем просто китайцев уничтожать. Японцев, которые захватили Индокитай. На сегодня, пожалуй, все, ребятушки, потому что что-то состояние не очень хорошее. Вот, еще и нос заложило. Муж, простите. В общем, всем до завтра. Завтра, наверное, опять у нас командосы. Продолжим. Только вот, если предыдущие пол игры мы проходили в стелсе, то... Теперь, наверное, следующий будем проходить уже, чтобы поскорее как-то ускорить этот процесс. Ой, извините. Ускорить этот процесс уже не в стелсе. В открытую просто будем пистолеты доставать и вот так вот ходить, стрелять, как эти, как гангстеры. Потому что, ну долго что-то. Что-то долго. Я как бы... Ну, не знаю. Третье место, я обещал, что всего лишь 20 часов, на 20 часов игра, а тут уже 25 наиграл. Да, от 3 до 10 ты вовремя. П.
Почти. Ну, я просто болею, поэтому... Поэтому я подустал. Сейчас я режимчик собью. Сейчас я режимчик собью, и нормально будет. Я до 4 утра спать не буду, у вас как раз 12, туда и сюда, и нормально все будет. В общем, любви, добра, тепла, вам большое спасибо за стрим. Обязательно приходите еще, подписывайтесь на канал, вступайте в группы, в твиттер подписывайтесь и прочее. Я думаю...